Всем привет, с вами Фрост, Снейк, Илон Маск и все. Всем привет, Илон Маск. Хьюстон, да, все. У нас проблемы, мы несем потери. Александр отвалился. Александр не пришел. Александр, подсекай! Александр, я как и ты был на цепи. На самом деле не был, ну ладно. Но для песни, ладно. Короче, так, мониторы, да, ну я на них положил огромный такой, положил и не стал их переделывать. Пускай будет у нас моно такая огромная мультивселенная мониторов на. Ну, вы же еще, надеюсь, ребят, зрители не забыли, где мы находимся? Мы находимся, На астероидах, да, мы продолжаем приключения Илона Маска. Илон Маск находится на астероидах, его сюда занесла нелегкая судьба, и ему с этим здесь жить, понимаете? Мы в прошлой серии мы свалили с Цереры на астероиды. Слушай, мы баки были надо заряжать. Баги надо заряжать. Кислорода, баки. А у меня с собой... Есть, да? 8, 10, 12, 15 баллонов у меня с собой. Да мы сейчас с тобой, иначе тогда задохнемся. Давай. У меня 15, а у меня еще и бак нормально, типа, держится там. Не важно, сколько у тебя, надо ставить срочно. Нет, не нужно. Потом подышишь. Нет, я не буду, ведь нам завтра ехать по югу, да? Нет, ты, ну, хочешь не дыши, хочешь до юга можешь не дышать. Давай, заряжай. Можешь до юга не дышать. Главное, нам надо сейчас построить терраформер. Так. Минус Снейк, улетел, все. Да я просто... А как я тебя заряжу, у нас кислорода-то нету? Да ты чё, охренел? Чем я тебе... У меня тоже полбака, и чё теперь? Тратить кислород мой, что ли? Нет. Я не буду его тратить. У меня есть терраформер. Вот, допустим. Допустим, я есть терраформер. Так. Я его подхожу, вот так вот, типа, оп, так. И у нас есть терраформер. Ё-моё! Потом я беру вот так вот кислородный компрессор и не ставлю его, потому что еще рано. Ну ты просто монстр. Потом просто я беру вот так вот, где он? Свиномен. Беру вот так вот солнечную панель, вот так вот. Оп! И у нас есть солнечная панель. Ё-моё! Ё-моё, она здесь хоть что-то вырабатывает на астероидах, как бы. Потом я беру вот так вот, оп, вырабатывает. И у нас есть подключенная пластина. Минус 62% она вырабатывает 2 гигаджоуля в секунду. Крайне мало, гигабайта. Не хватит ни для чего. 3 гигабита вырабатывает. Потом я беру в секунду, вот так вот, да? И ничего не делаю. Потом я беру так вот так вот. Так это мы интернет почти добываем. Интернет подключить? Нам этот ваш интернет, он нам нахуй не нужен. У нас Майнкрафт есть. Наш интернет нам нахуй не нужен, ты понял? А тебе сказать, что у нас типа по интернету... Нет, не сказать. Он нам нахуй не нужен, я тебе сказал. Эти интернеты ваши нахер никому не нужны вообще. Майнкрафт сингли, бля, да? Майнкрафт — это моя жизнь. Майнкрафт! Потом беру вот так вот, короче, и ставлю. Потом нужно посчитать наш топливо. Берем пару картошин, берем кошачью жопу, пару картошин и... Короче, у нас топливо, по две баночки нужно оставить, чтобы нам... Так, так мы ж порталом обратно полетим, нахрен нам, ну, вообще это топливо не нужно? Нахрен, нам кому оно нам нахрен? Оно нам нахрен, как интернет не нужен! Ну, естественно, вот, да. Вот, у нас появляется теперь вот такая хурма. Почему ты ее в центре не поставил? Недостаточно воды. А вода-то у нас есть. Недостаточно мозгов, что ли? Вода есть. А зачем мне в центре? Я сейчас, я думаю, этот блок не будет. Что ты делаешь? Какой это блок? Какой это блок? Венерианский. А, он нам нужен? Он нам нужен. А вот это что за блок? Ё-моё! Вот это ты из какого блока строил? Ехать по югу, бать. Из метеоритного, из какого? А, ну ладно, посмотрим. Я надеюсь, метеорит не будет. Не будет нам производить проблемы. Ну насрать, короче, заряжай саженцы, заряжай воду. Чё здесь надо зарядить? Я заряжу всего лишь 7 березовых саженцев, потому что я не хочу больше. Мне больше не нужно. Ну все, хорошо, сейчас будем вырабатывать. Я хочу построить дом на астероиде, какую-то временную базу, чтобы можно было перекантоваться. Кажется, все... У нас Хьюстон... Хьюстон, мы в дерьме. Мы в дерьме, Хьюстон. Мы в дерьме, я тебе говорю. Мы в дерьме, я тебе говорю, блядь! Почему мы в дерьме, блядь? Потому что все ресурсы для терраформера в Александровской планете. Ой, ракете. Александр... Заспаунился, я не помню, где он. Я помню, где-то он был. А, подожди, это его ракета. Или моя ракета, это моя ракета. Александр где-то был выше на астероиде, по-моему, на том, что ли. Ё-моё. На каком-то астероиде соседнем был Александр. А может быть, я не в ту сторону полетел. В
вполне возможно. Вот на том острове я все вспомнил, все записано в этих в навигационные Красава, черепушки. Красава, Юрец, просто. Но это не точно, я пока не вижу. Просто разъебал. А, вон бум. Он внизу. Бум! Кажется, что-то взорвалось. Да, взорвалось. Я взорвался, нет, крипер. Чувак, я нашел ледяной астероид. Да тут много всяких астероидов. Здесь главное, знаешь, что внутри некоторых астероидов они состоят полностью из руды. И в некоторых есть секреты. Так, это твоя ракета. Где ракета Александра? Здесь просто куча топлива кто-то не забрал. Глупый хоббит Александр. Это ты. Твоя ракета была без груза. Нет! А где Санек приземлился? Он выше был где-то. Короче, здесь я нашел какой-то астероид изо льда состоящий, прикинь. Ну я прикинул, но тут много. Вон я вижу один. Я до него долетел, но ты не копай пока, подожди пока. А я уже смотрю, что там тут вообще. А ты пока не смотри. Может это просто астероид, который в еду в эти билдеры. А, сука, что происходит? Что это произошло вообще? Ведь нам дальше ехать по югу. Вот и Александровский... не подходи! Уйди! Отошел, сука! Я нашел руду! Железный осколок и титановое. Ё-моё, титан! Я ж тебе сказал, не копай, подожди, ты торопишь события. Подожди, паровоз. Сейчас мы... Вот ты... Санек даже не забрал свою ракету из своего, блин, этого. Ох, а я Санек, тоже не заберу. Потом вернется, когда сам пускай разбирает. Я заберу только... Когда мы на Земле уже, да? Я когда вернусь на Землю, пускай сам сюда возвращается и забирает все. Картошку. Короче, я просто разведал. Да, там есть что поделать на так, том... Что нам тут? Ну, на короче, забираем все самое ценное. Тебя здесь жду вообще-то. Типа, надо... У него три коня есть. Я заберу коня. Ты, кстати, обновил вроде бы... Сборку что-то добавил? Да, я же обновил сборку. И знаете, что там изменилось? Так. Там просто пофиксились баги. А мне уже пишут под серией, которая вышла вчера. Ой, господи, там серию обновили, наркоманы, обновляйтесь быстрее. Я говорю, там три серии записаны, мы там три серии еще на старой сборке играем. Они мне будут хуй в комментарии, что мы обновиться надо. Ну, понятно. Я-то сразу обновился. Мы наперед работаем. Поэтому ставьте... 50 тысяч лайков, я постоянно забываю. Не, но мой дом-то все равно выиграл. 50 тысяч лайков, и выходит. А да, кстати, твой дом Мой дом мой дом Ты меня сбиваешь, я забываю все время напоминать, что 50 тысяч лайков выходит в следующей серии по Илону Маску. 50 тысяч лайков! Ну там, если 100 тысяч, может быть, две подряд даже выйдет. Мой если дом вы наберете 100 тысяч лайков, то потому что я могу себе позволить, у меня три серии в запасе. Нет, две, вот это третья сейчас пишется. За мой дом проголосовали 70%, так же, как на выборах. Испоримую победу. Пиздит. В голосовании. Как на высоко. Слушай, выиграла. Мне придется запикать вот эту. Нет, это жизненно. Я победил, и мне... Кто что-то там голосовал, я выиграл, блядь. Значит, вот так вот, да, ты типа это... Настоящие шутки, которые о жизни, значит, вырезаешь, оставляешь типа мусор. Быстро! Кислорода на донышке, кислорода! Сделай яму до бесконечного источника воды, а то мы останемся без бесконечного источника воды, не здесь. Сделай яму бесконечного кислорода. Это потом. Это потом. Потом подышишь. Потом подышишь. Кислорода 165, 164, 165. Да куда мое ведро? 159, 157, 155. А это уже не мои проблемы, братан. Ты все равно умрешь. А что втыкать-то? Что ты хочешь, я потом? Что ты хочешь? Втыкай быстро. Что ты от меня хочешь? Кислород делай, блядь. Зачем? Потом подышишь. Зачем тебе кислород? Деревья нет доступных блоков. Вот теперь нам нужны венерианские блоки. Дай сюда венерианские блоки. Ёма. Допустим, вот тут будет шопка. Ну, да, пускай будет здесь концентрация деревьев. Тут будут березки шуметь у нас. Березки будут здесь шуметь. Березки и есть. Всего 7. Ну, там еще есть другие саженцы у меня еще где-то. Куда я их положил? Я их не забрал. Точно, я их не забрал. Так, расширяем жилплощадь. Так, у тебя вообще времени не осталось. У меня кислорода 47, 46, 45, 44, 43, 42. Быстрее! Быстро!
Березки шуметь. Всем березкам шуметь. Приказ отдан. Так, а теперь мы ставим сюда... Мы ставим сюда распределитель кислородного пузыря, во-первых, мы ставим вот сюда, вот так вот, чтобы сразу энергию далеко не водить. Кажется, у кого-то кончился кислород. Нам всем нужен воздух. Или нет? В принципе, и так нормально. Да-да, можно перекусить. Можно и так, в принципе. Потерпи, потерпи чуть-чуть. Сука, я у него я воздуха. Потерять распределитель кислородного. Он не может есть без кислородный воздуха. Кислородный сборщик. Вот он, кислородный сборщик. Собирай, братишка, собирай. Ну-ка, отойди отсюда. Ёпты. Так, что такое? У меня гипоксия, я медленно соображаю. Так, так сюда класть, да, надо? Не класть, а ложить. Накладывать. Вкладывать. Так, у меня там бак выпал, ёпты. Бак выпал. Трава не даст. Ключи. Почему деревья не... Почему ты сюда деревья не ставишь, Вася? Почему здесь березки слушай, не шумят? Он не это самое, не кладется сюда бак почему-то. Или рано пока? Ты куда его хочешь положить? Ой, кажется, я умирать начал. Слот для аккумулятора, поставьте аккумулятор. Куда ты? Распределитель кислорода. Кажется, мы все умрем. Так а ты где этот блок-то? Ты его еще не поставил? Да. Вот он. Для... Сначала для... подышим здесь. Дыши! Ну уж хотелось дыши, бы, да. Дыши, дыши. Йо, вдох, выдох, вдох, выдох, вдох, выдох. Да, он все, мы будем жить. А теперь уже ставим гермети... Илон Маск чуть не это самое не отбросил коней. Ну-ка, отошел отсюда. На астероидах. Свалил нахер отсюда. Ушел нахер отсюда. Денис! Денис, живи. Все, закладываем. Теперь можно и зарядить. Ну, пока, я, в принципе, не мог так и не страдать. Закладываем. Я мог так и не страдать. Мы баллон. Тюдака, ебой, сейчас крипера пиз... Опа! Все, я поменял баллоны. Ну, это просто, я для интриги чисто, чтобы с тобой быть на одной волне, типа, тоже от кислорода задыхаться. Отлично. Вот. Теперь у нас здесь березки шумят, 246 кислород. Маловато, конечно, но нам предостаточно будет. Хотя так, когда пузырь нормально, интернет? Так, 160. Когда какой интернет? Он нам нахрен не нужен. Интернет на астероиды. Нахрен он нам твой интернет. Чтобы можно нужен. Было играть в Майнкрафт. В интернете это твои. Можно было смотреть Майнкрафт. Ставь березу. Ставь березу. А я сам. Ах ты, всю работу приходится делать самому. Всю работу приходится делать. Блять, все зависло. Ау. Что это, мать вашу? У, сука! Дэм! Бэнгз гэнг. Бэнгз гэнг хасл. Гэнгз гэнг бэнгз гэнг 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 бэнгз хасл. Кто пола... Чё? Чё? Гэнгз гэнг. Обожаю эту хрень. Let's go, пацаны. Let's go, пацаны. Чё, я разделся? Да обожаю эту хрень. Ready to rock, пацаны, раздевайся. Я кричу, let's go, это моя банда. Да ты задрал, Вася, уважаю просто тебя, да блин. Да задрал ты, Вася, значит, сука, как это понимать, вашу мать? Вася выглядит на сотку. Да отдай шлем, блять! Сука. А, у меня тоже баг какой-то, я беру этот, а у меня вылетает... Троллинг просто космический. Ты попался на уловку, а да не на уловку я попался, да это просто потому, что интерфейс лагает, и ты берешь типа, свои вещи. Да, а не, ты типа, ты как бы открыл, но как бы не открыл. Короче, хрень полная. Да. Было, было дело. Это байт-трюки. Забайть. Или забайтить от тебя. Тут можно построить просто эту березовую стенку. Такую базу, нам надо крутую базу построить, шикарную. Сейчас здесь появятся как, саженцы. Как это мы, как а они просто боялись. Вплотную могут расти, кстати. Вот, на, вот с, этим, с этой фигней они могут расти вплотную с костной мукой, по-моему. Чё, серьезно? Но это не точно. Ты чё, ё-моё, серьёзно, ё-моё? Это не точно. Вряд ли. Но он не хочет ставить блок. Какого хрена он? Да что ты делаешь? Я кричу ей, let's go. Наёбсик. Нам в этой серии надо, чтобы не быть наёбсиками, чтобы, так что? Сказать, подписчики знали, чем мы тут занимаемся. Мы должны построить себе базу.
и пойти на тот стеклянный астероид. Короче, я предлагаю пойти и зарашить Титан. Стеклянный астероид, ё-моё, просто как короли. Нет, что-то моя теория опровергнута. Просто он тупо не ставит здесь теория. Это. То есть типа королевская теория, да? Он тупо не хочет ставить. То есть типа королевская теория. А как тебе такое, Илон Маск, если какой? У меня есть, если у меня есть здесь случайно несколько блоков березы, и я подойду вот так вот коварно и... Е-мое! И по-биологически построю здесь березу. А? Читер! Как тебе такое, Илон Маск? Как вообще нам листва нужна, но Илон это Маск. Тоже красиво. Ё-моё, березовая комната с листвой. Бэм, щит. Бэм. Бэм, дэм. Бэнг зэ гэнг просто. Нужно... Бэнг зэ гэнг хэсл, да. Нужно травы добавить, пожалуй, чтобы... Красота, надо факелов. Покрасивше было. Да факелов, нахрен они нам не нужны. Факелов. Опа. Нахрен они нам твои факела не нужны. Опять началось здесь, не нужно ему. Так, кстати, тут свет. Я поставил вот такой красивый свет сюда. Уф! Ауф! Мы этих факелов наберем. Короче, все пока выкладываем. Я предлагаю пойти за раш. Кстати, конь. Построим здесь герметичное пространство и выпустим сюда коня. Будет конь, астронавт... Астероидный конь будет. Я нам предлагаю. Либо мы сначала строим дом... Дом! Хочу дом! Реально дом! Либо мы прям... сначала идем потрошить астероиды. Прям бэм-бэм-бэм! Ну вот с чего ты хочешь построить дом? Хочу из березы построить дом! Березы или что? Наркоман, что ли? То есть вот тут вот заменяем, да? Мы можем эти коммуникации, кстати, сделать... А, ну здесь ты, наверное, хотел... Чтобы у нас деревья росли, да? Или у нас нет, здесь хватает? Деревья растут. Здесь ага. Будут расти деревья. Ну вот оставь такое, на Samsung похожий. Нормально, если как план телефон стоит у нас здесь. Мне, кстати, тоже нравится, хочу два. Давай два, надо только соединить их, они какие-то сраненькие. Надо заново построить. Да нет, вставь вот сюда просто один. Превосходно, только этот чуть поменьше вышел. Ты чё там? Так сделай, бля, сука, S10+, блядь, есть. Дай мне мониторов, ты их все скопал. Ты же знаешь, там есть какой-то узкий, блядь, телефон, который там, это, раздвигушка какая-то. На нахрен. Это шире. Но теперь соединить получился. Их мы не сможем, потому что один блок. Один блок не превращается. Ну, пускай шире. Будет два. Ой, ладно. А я бы скопал вот эту херню, остался бы только один. Нахер нам тут два? Какой это счастье? Вот этот? Да вот этот здоровый, нахер он нам не нужен. Какой именно? Я шутил, строй, брат. Да строй ты дом, отвали ты от этого монитора, ты в конце концов на вторую серию хочешь сделать из него. Просто отвали от него. Дом, у тебя вся береза, так строй его. Сам строй, на тебе всю березу. На кой хер мне доски березы? Ну а ты чё, захотел этот, что ли, сразу же ему? Березу ему подавай? Да. Давай. То есть всё сразу, всю березу, да? Мне давай тогда сюда, чё ты? Ну ты вообще, давай понятно. Давай сюда. Ой, улететь сейчас! Всё нормально. 55, это всё, что у тебя есть? Я думал, у тебя там блоковые столько 3 хотя бы есть на ну, дом-то. Ну у меня есть ещё чё немного. Чё это вообще такое? Тебе что, все сразу, что мне ли, все отдаешь, сразу, что ли? Давай. Ну, конечно. Маленькую коробку сейчас тебе построю, 3 на 2, блин, и будешь жить. Так и нам такая нужна временная вот это база. Это для Александра. И то, так. Сука, зачем ему из березы вообще? К чему? Ты из досок построй ему. Ты транжиришь просто пипец. Кто, сука, из блоков в космосе дерево строит? Я. Зачем тебе трое строить из массива? Вон ты к тому я же, вон строю как... из массива. Круто, круто, блядь, строишь, что вон блок уже улетел один. Я строю на. Нужен балкон. Какой самый балкон? Классный балкон. Да сделай ты из досок. Зачем никаких я тебе блоки дал? Никаких досок, блоки. Лучше маленький, но из блоков. Вот и скажи тебе, давай, малому, все дерево, конечно. Нужен балкон, на котором мы будем потом приземляться. На своих джетпаках.
Отлично. Так, чё, мы рубим, что ли, эти березы? Не надо рубить березы, ёпта. А я чё, источник жизни. Источник жизни. Возьму березу. Ты, сука, из нее дом хочешь построить, да из блоков еще. Не надо рубить березы. Сам скажешь, у тебя есть блоки. Как вегетарианцы, вот, сука, которые едят мясо в кафе. Нет, это не как. Это, сука, вегетарианцы, которые носят кожаную одежду и не хотят есть мясо. Понял? И в чем? Понял? Я не разбираюсь в вегетарианстве. В чем, почему они не едят мясо? Может, у них желудок не работает, я просто хуй знаю, почему мясо не едят. Ну вот, это у них спросили. Или голова, я не знаю. Они ходят в кожаной одежде. Я не знаю, почему они не едят мясо. Ходят в кожаной одежде. Если человек не ест мясо, то, скорее всего, у него какие-то проблемы с желудком просто. Ну, или не только с желудком. Ну, я не знаю. Ну, типа, какие еще причины могут быть не есть мясо? Я не знаю. Вот так же и ты. Не руби деревья, но дом ты из дерева хочешь построить. Я не руби деревья, потому что не то, что мне их жалко, потому что они нам кислород дают. Ну так выбирай красивый дом или умереть от отсутствия кислорода. Не, ну я выживу, у меня еще сколько, 10 баллов? Я выбираю красивый дом. Я выбираю красивый дом, мне похуй на этот кислород вообще. Он нам нахуй не нужен. Класс. Как интернет этот ваш. Почему зомби ходит по моей территории? Кто его, бля, звал вообще? Ну, вот чёрт, там зомби. Вот зачем тебе кровать-то, я не понимаю. Как-то взрывать астероиды? Класс. Я чё сюда, зачем столько шерсти сюда принёс? Я на стак кровати принёс шерсти. Белые кровати, белая берёза. Плов и дом готов. Ну, по крайней мере, первая его часть, можно сделать более красивый декор и так далее. Мне просто было лень приятно украшать его. Я тоже его. Здесь, извини меня, времени попросту это не балкон тратил. Для приземления, и вот здесь будет жить парниша. Я ему здесь коврик постелю. Да, потому вот. Что он опять сегодня не пришел назад. Вот это его, да? Кровать будет, он вот так вот на бочок, ну, ляжет вот здесь, вот нет, даже не, да, здесь. Да, на бочок должен будет косарь за это отдать. Вот, ночью косарь, вот это его, вот он здесь вот так вот, как бомжа всё? Ляжет на бочок. Да. Отсюда давай нужно посмотрим. Провести коммуникации, пока все голо, конечно. Проведем, вот второй свет. Давай теперь дина, посмотрим, красота. Значит, на что я тут время зря не тратил. А, я забыл факела поставить. Я сделал нам комфортный для проживания многоэтажный астероид под разную там застройку, там туда-сюда. Тут подожди, тут что-то темно как-то. Вот. Получше. Вот так получше. То есть бой с тем ночным видением, что тут надо свет ставить. Что там сделал? Вот, ну то есть. Почему у меня FPS падают, когда я быстро такой бегаю? Астероид для проживания, то есть тут. Видимо, от быстрого бега у меня сюда. Лагает. Хотя нет, просто... Да, есть еще один этаж, чтобы можно было комфортно расположить тут спортзал, там, кафе, там еще что-нибудь. Вот еще один этаж. Очень интересненько. На кой хрен, чем тут делать будем? Как посмотри со лучше со стороны. Знаешь, как это выглядит? Это выглядит, как картошка спиралькой порезанная. Посмотри, как это выглядит. Ты че меня пугаешь, Вася? Ты хуй тут заспаунилась, мудила. Я посмотри! Как это офигенно интересненько, выглядит. Интересненько. Вообще красота. Брат, вот тут-то я обосрался. Слушай, ну необычный астероид создали. А что он решил взорваться сам по себе? Офигенно. И еще у нас есть здесь телефон. Телефон? Чтобы наблюдать дистанционно за нашей. Осталось только провести коммуникации. Коммуникации для цивилизации, для цивилизованного проживания в нашем доме. А тут делов-то. Попробуем сделать герметизатор, но, возможно, не получится. Только лестница не совсем удобно пользоваться. Ее бы пошире бы сделать. В принципе, ну, обойдешься, да. У нас тут компактный дом вживания. В принципе, и так пойдет. Да, и так сойдет. Нам надо сходить вот. Накопать. Нам надо сходить накопать нужных нам ресурсов. Эй, ё-моё. Кажется, коммуникации будут летать. Так проще даже. Так даже проще. О, хорошо будет у нас так вот куда-то сюда надо вести. Так даже проще. Но не нужно угадывать. Просто берешь и ведешь. Оп. Где у нас? Где трубка? Трубка. Какая трубка? Воздуховодная воздушная трубка.
Оп, 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 оп. Раз, два, три, четыре. Ты опять тут. Как же еще? Молнии только с громом не хватает. Где, где, где молнии с громом не хватает? В очки. Что там случилось? У нас тут гроза. Рубаха в жопу. Сейчас там ЧС передал, говорит, гроза, Вася будет, прячь все. Да, он... Мне вообще похуй на эту грозу. Буду сидеть. Здоровья. И чай, и буду есть. Я ем шоколадку, и мне похуй. Тут гроза, и мне похуй. Да, мне съел шоколадку без гондона, и мне похуй. Блядь, когда на похудении, да, чисто одел гондон на шоколадку. И потом пожевал обратно. Типа пожевал и обратно достал, чтобы это калории не усвоились. Съел шоколадку. Что ты мне скажешь? Большое слишком? Слишком большая зона. Что ты скажешь тебе на это, Илон Маск, да? Я гениален, я же забыл, что, сука, нужно заткнуть дырещи. Кислород уходит, вырубай, вырубай. По поводу съешь шоколадку без гондона, как тебе это, Илон Маск? Слишком большая, ну ты, ну ёпта она, как где она, где, в каком, он в каком месте, ну раз большая зона, в каком месте большая зона, ты придурок. Чай красный. Что я слышу? Ух ты, в железном... Не, не в Стиве, это зомби в железном... Да ты просто вот ублюдок, ну в два, ладно, пускай будет два герметиза, да, герметично, герметично. Герметично? Герметично, Вася, все, можно снимать баллоны, штаны и короче, и бегать здесь. Без штанов. Вырубай! Так, что тут? Ярик, что за хрень я слышу? Я тебя досмотрю сейчас. Ты. Я сейчас на кровати лягу на нижнем этаже твоего астероида. Следующее это брюшко. Рубай, страшно, я тебе говорю, запускаем. Я объявляю торжественное открытие. Знаешь, как объявляют торжественное открытие? Какое? Задница, что ли, открытие? Я не знаю, кто о чем, я хотел запустить коня в дом. Я открываю этот дом. Вместо коня. Где конь? Ты охренел просто, чувак. Привязать. На каждой планете конь, белый конь. Белый конь на белых астероидах. Тра-тара-тара-тара-тара-тара-тара-тара-тара. Все, идем копать руду. Парам-пара-па-па. А я тут угнал у тебя коня на привязи. Я тебя сейчас угоню коня на привязи. Быстро погнали копать астероиды. Нужно выложить всякую хрень. Ты коня со второй этаж верни, да? Коня верни, да? Он не влазит на второй коня этаж. Верни, да? Сука! Йотить воротить, ты посмотри, пиздобол. Сколько там этих ублюдков. Просто целая куча вот сюда. Нормально, сюда можно долететь. А-тя-тя-тя-тя! Вот сюда можно долететь. Ты смотри, как, а? Ты смотри, что происходит. Вот это все? Вот это все? Что это такое? Что? Железный осколок? Что? Я здесь это копал, ты че охренел? Я тут... Вот он, Титан! А я не могу лечь. Ах ты придурок! А почему она здесь не взрывается? Сейчас день! Ёпта. Вот, Титан! Е-мое! Титан! Это всё? Это скажи, что? Что мы сможем делать из... Да вот он всё. Вокруг тебя абсолютно везде! Что мы можем всё, делать да из Титана? Всё, да не всё, много какие чего. Какие рамки нам расширяет что Титан? Титановый осколок, это всего лишь титановый осколок. Он здесь абсолютно везде. Что нужно сделать, чтобы сделать титановый блок или... Смотри внимательнее, вот. Он абсолютно... Да титан всяких, много да. Где. Титан это допуск к высшим крафтам. Я имею в виду, что если уж да титан, то его надо прям до хрена, да? Титана надо много, да. Только и долбанный астероид, он слишком высоко. Я уже собрал тут два стака этих осколков. Я не тут знаю, и стальные осколки падают, и титановые осколки падают. Да, и падают железные осколки сразу же вместе с ним. Не знаю, сколько надо... чтобы сделать там слитки и сколько в итоге это... Как хрен его знает. Нам посмотреть, да, как делаются титановые слитки эти. Либо руду переплавляешь, либо слитки переплавляешь. Да, все, просто один слиток получается, и все. Нормально, да из одной этой капли? Да. Но у нас будет две, у нас печь. Из одного осколка? Из одного осколка получается. А он до хрена где ты нужен. Ты угораешь! Из одного осколка один слиток? Кажется, мы раскопали все. Но не все. Из одного осколка один слиток, тебе сказать, сколько я накопал? Ну это так же, как дэш. Его тоже было нужно очень много, хотя выпадал он тоже кусочками такими. Я уже два стака. Но здесь просто на астероидах его крайне много, крайне. Два стака набрал, то есть это считай, что четыре стака у нас титана уже только вот с этого похода. Это даже не залазит в твой инвентарь, правильно?
Это очень много. Сколько тут еще валяется этого добра неподобранного. Короче, это нужно дальше. Исследуем следующие астероиды. Слушай, нам нужны протеиновые астероиды. Отойдите с поднятыми руками от нашего астероида. Что мы еще здесь не добыли? Есть железные осколки, есть... По-твоему. Может быть, тут много разных руды. Ты смотри, огромный. Ау! Больно ж ты чё, сука, делаешь? Ты чё, бля? Как здесь много. Ты чё, бляха, делаешь? Ну вот мы сбоку зайдем. Сейчас мы зайдем и посмотрим, что тут есть. Что здесь есть? А может тут ничего и нету? Что я что-то ничего не наблюдаю. Где центр астероида? Копайся. Центр астероида. Кажется, тут нет ничего. То есть ты думаешь, что только на стеклянных есть лут? Нет, что это... ну просто не все же астероиды должны быть. У некоторых просто порода. Здесь нет ничего. Давайте вот в этот залетим. Я вижу, там медная руда в воздухе летает. Залетает. Медная руда. Интересненько, интересненько. Медная руда просто в воздухе болтает. Да 100% только на стеклянных есть лут. 100%. Не знаю, не знаю. Твердый. Оп, 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 опа! Нихуя себе! Чё там? Внутри посрался? Зомби. Ты просто. Ну-ка, телепортируйся. Это что такое? Почему тут так светло и только зомби? Почему здесь трава? Это а ты сюда залетел? Трава и лайтстоун. Трава, лайтстоун и зомби. Какого дайте хрена здесь зомби? Взорвём это дерьмо. Ложите кровать. Бэм! Бэнкс гэнг, давай. Сейчас рваню. Бум! Тут земли сколько, ты посмотри. Еще один, Марти. Кислородный. Бум! Кислородный да коктейль ты, для зомби. Сука, что ты не взорвался, пидорас? Бам! И что, это все? Откуда так нет? Много земли? Ебой, чарованная лопата. Просто пустой. Чарованная лопата просто уничтожает эту землю. Ну, короче, если нужна земля или кислород, здесь можно добыть. Но у нас уже есть свой. Мы со своим. Нам не надо. А чё, дару цвильку? Это было что такое? Что это такое? Не знаю. А ты что сделал? Или тут тоже метеориты падают? Нет. Я думал, ты сделал. Нет, метеориты делал. Здесь падают. Ну, какого хрена метеориты падают в метеоритном поясе? Просто... что эти метеориты себе позволяют вообще? Я не понял. Просто трава. Я просто охренел. Опа, еще один. Еще один такой же. Здесь деревья, трава, зомби. Просто здесь, охренел, короче, когда увидел. Короче, здесь была жизнь, там. Пока я не сделал туда дырку. Жесть. Пока был герметичный, там можно было жить. Здесь все серьезно? Я еще один такой же нашел. Да нет, с чего бы ты там мог жить? Я вижу лабораторию. Гимезалу. Туда попозже. Мы лабораторию уже залутали. Здесь еще куча титана. Я прицелился вот в этот остров. Мне интересно. Я нашел еще остров, где куча титана. Копай его полностью. Копай. Да я уже тут 300. Мы должны привезти отсюда все. Так... здесь вообще есть там ночь, день как-нибудь. Тут все равно же темно. Почему я не могу использовать свои кровати? Это почти, сука, столько мобов. Столько здесь мобов, я в шоке просто. Я вхожу в астероид. Где мой астероид? Мне нужно качаться. Нужны астероиды. Что это такое? Что это за... да, здесь, когда качаешь этот... железная... тут что, железная руда? Чего, бляха? Ладно, кровати пошли нахрен. Блок метеоритного железа! Чего? Пиздец! Блок! Это блок! Это где... ёб твою мать, сколько... целый астероид! Целый астероид блоков! Блоков? Блоков! Нахрена я копаю это дерьмо? Где? Блоков целое, метеоритных, железо. Все, мы больше никогда где? Себе не будем ни в чем отказывать. Вот это блок? Целый просто астероид блочных этих. Блок метеоритных? Это блоки. Какого хера? Это там уже его можно это разобрать. Это 9 стаков, да? Просто, да, на слитке разбираешь, у тебя получается 9 стаков. Лететь, воротить, просто жесть. Какие здесь ресурсы потаенные, блин. Копаются-то как легко, а? Одно удовольствие. Казалось бы, метеоритное железо. Оно, конечно, нам нахер не нужно, но вдруг пригодится. Нет, вообще нам нужно. Метеоритное железо. Я сейчас буду... нахрен кровати. У меня уже стак этих блоков. Жесть. Просто жесть. Это очень много. А для чего нужен этот...
метеоритный. Ну мы, помнишь, собирали одно время, оно нам нужно было. А сейчас оно нам не нужно уже, но как бы ладно. А, вот это вот то, что это мы его вот собирали, метеориты сразу. Ну хотя, хотя сам посуди, типа мы на метеорите. И здесь метеоритное железо, типа логично, логично. Ну да. Я сдвинуться не могу. Ну жесть, сколько его здесь, просто дожег. Ну я стак накопал. Я накопал уже 2 стака и никуда не... Кровати нахрен, земля нахрен. Слишком много его. А может быть еще и нахрен не нужен будет. Я не помню, нужен ли для чего. Ну, скорее всего, для крафтов там каких-нибудь. Короче, мы сможем строить из него дома. Метеоритное железо копается быстрее, чем метеоритный камень. Гениально. Очень интересно. И сам вот этот метеорит, да? Сам метеорит копается медленно, а метеоритное железо просто отскакивает, как семечки. 3 стака, Майнкрафт? Ладно, все. Хватит, хватит с меня этого железа. 3 стака. Мы никогда больше с ним чем не будем отказывать этому железу. Если вдруг оно нам вообще пригодится. В чем я тоже не очень уверен. Кажется, он пуст. Кажется, он гол как... Опачки! Что это такое? Алюминий! Алюминий! Ё-моё, тут целая куча алюминия. Этот алюминий, он вам А окна делать из алюминия? Выбрасывать окна из алюминия, делать окна из пластика. Нахрен ваш пластик, алюминиевые окна. Ё-моё, целый астероид алюминиевый. Алюминиевые астероиды, бля. На метеоритном поясе. Нет, огурцы могут быть только солеными. Ну, это железными как... нет. Сюда и не значит, добраться. Не так просто сюда это... добраться. Знаешь, что есть? Есть еще поезд Копкейпа. Капкейна? Поезд Койпейра. Это еще более прокачанные астероиды. Там больше ресурсов. Капкейка, типа такие блины или что. Я в курсе. Поезд капкейков, это хорошо. Я бы слетал туда. Поезд блинов. Отличный. Ну а прикинь, типа космические блины, ё-моё. Из чего, сука, из камней и песка? Из блинов. В этом же и смысл, поиск капкейка. Я поставил же новый мод на новую галактику. И там, типа, галактика с выдуманными планетами, типа Нибиру и прочая херня. И там есть планета Леденец, короче. Пидор НТВ лику. Вот, мы ее закопаем, а потом она уничтожит нашу галактику. Вау. Я задрался копать этот алюминий, Вася, силуминий, заканчивай. Так не выкопай его весь. Силуминий, заканчивай, Вася, сколько можно, прекрати, остановите меня. Я не могу остановиться, остановите меня, я не могу прекратить копать алюминий. Он меня окружает и смотрит на меня. Надо, понимаешь, как тебя пустили бы, например, в комнату с деньгами, сказали бы, вот сколько унесешь, столько, значит, твои будут. И ты не можешь остановиться, у тебя карманы уже рвутся. Это Майнкрафт. У тебя уже нету места, я уже кровати выкидываю, чтобы подбирать этот алюминий. Прикинь, сколько я его на цветнину сдам. Я его переплавлю и сдам, короче, в металлолом. Прикинь, сколько я заработаю. Там на пиццу, наверное, хватит. Из школьной столовой за 20 рублей. Наверное, кстати, сейчас дороже стоит. Пусть напишет в комментарии, сколько пиццы. Сколько сейчас пиццы в школьных столовых стоит? Когда-то она была 10 рублей, но пока мы учились, она была уже 15 и 20. Да, ну, может. Думаю, она сейчас 30, наверное, стоит. Ну, может быть. Может. Смотря какая школа еще, на самом деле. Все, мне нужно остановиться. Я 4 стака накопал. Мне уже... Надо просто взять и остановиться. 7 стаков титана. Это как минимум 14 стаков титана готово получится. Надо остановиться просто. Я не могу. Мы отсюда будем выкидывать вещи толпами. Ну что, во имя наших приключений и приключений Илона Маска из-за возвращения Александра ставим лайки. Александр должен вернуться. Он услышит ваши лайки и вернется к нам в выживание. Будет выживать. 50 тысяч! И участвовать в приключениях. Вот. Ставим лайки. Подписываемся на мой канал. Подписываемся на канал Илона Маска. Снейка. Да, подписываемся на мой инстаграм. Если вы вдруг попустили предыдущие серии по Илону Маску, я вообще не знаю, как вообще живете с этим. Я поэтому предлагаю вам пройти по в описании. Там есть ссылочки на все серии. Ниже есть ссылочки на другие интересные видосики. Рекомендую с ними знакомиться. На этом все. Всем удачи. Всем пока-пока. Пиши комментарий. До свидания.